Приветствую всех на канале, дорогие друзья. Вот захотелось самогоночки домашней, чистой, как слеза. Помните, в предыдущих видео мы сливали вино с осадка? Вот этот самый осадок, который я насливала. Кастрюлю можно побольше, поменьше, переливаю в кастрюлю, ставлю. Вот такие приспособления для котлет, еще кружочек. Затем ставлю просто вот такую чашку, пустую. Накрываю большой чашкой с водой простой. Мочу колготки, выжимаю так, чтобы с них не текло. Хорошенько закрываю щелочку. Можно закрывать щелочку тестом. Можно брать поменьше кастрюльку, чашку и закрывать все тестом. Можно колготками. Закрывать эту щелку нужно для того, чтобы не выходил градус. После этого мы наливаем полную чашку водой. Ну, то есть доливаем воды в чашку. И проходит буквально 20 минут. Вода становится теплой. Все раскрываем. Снимаем чашку. Выливаем, конечно же, эту воду. И вот она, в этой маленькой чашечке у нас появилась самогонка. Вот видите, как все просто. Смотрите, какая она чистая, как слеза. Прошло буквально 20 минут, не больше. Сейчас перельем ее в бутылочку и плотно закроем. Самогоночка эта горит. Не надо ничем очищать. Ни углем, ни марганцем. Видите, какая она чистая. Вот так без аппарата можно приготовить в домашних условиях, используя кастрюлю, самогон.